Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Сегодня мы поиграем в игру, посвященную вселенной FNAF. Она называется The Joy of Creation Story Mode. TJOC еще ее называют, сокращенно. И в переводе это означает наслаждение творением, режим истории или же сюжетный режим. Радость творения, как я ее перевел, так, сам. Значит, кто тут заработал над переводом этой игры? Компания, которая, видите, написано, переведено и озвучено командой Funk and Sea Families. Режим истории. Итак, почему тут большой плюс именно в этом прохождении моем? Потому что тут будет полностью переведено все на русский язык, и поэтому эта игра стоит внимания. Стоит внимания, и давайте же, наконец-то, уже будем меньше говорить, а начнем игру и слушать, что же здесь получилось за история. Нажимаем на дверь. Выбрано воспоминание. Спальня, которая забыта. Спальня, воспоминание, которое забыто. Спальня. Играть. Раз, два, три, четыре. 5 будет, наверное, воспоминаний. Ну, обычно 5 глав, 5 дней бывают в таких играх, да, посвященных ФНАФу. И, собственно, сейчас мы будем с вами слушать. Здравствуйте. Что вы делаете в нашем доме? Кто-то к ним пришел? С ним все в порядке? Да, да, он в порядке. Не волнуйся, я думаю, он просто заблудился. Простите, мистер, вы можете сказать мне ваше имя? Слушай, мужик, если ты будешь молчать, я позвоню в полицию. Ты не имеешь права беспричинно врываться в чей-то дом. Ты болен? Тебе нужна помощь? Тут их не пришел. Что случилось? Слушай, я не знаю. Этот мужик снял его лицо на шутку. Не думай, что это годится, но я не знаю. Не выходите. Майкл! Че, что? Я имею в виду, меня зовут Майкл. Майкл, я... Вы спрашивали мое имя. Жесть. Простите, но... Что вы забыли в нашем доме? Солнце скоро сядет, я не думаю, что вам здесь место. Ах да, я ранее говорил, что ты... что ты выглядишь каким-то побитым. Что с тобой случилось? Я не знаю, я не помню. Простите, но я просто не знаю. Капец. А он... Помогите Майку подняться! О, грязный! Папочка, мы поможем Майку? Может, ты станем поговорить Майку, но нехорошо выбрасывать людей на улицу. О, я думаю, я согласен. Ты сможешь встать? Я думаю, что с трудом. Я просто чувствую тошноту. Да, тошноту. Давай, мужик, позволь, я помогу тебе. Какой-то пришел какой-то дядька к ним в дом. И какой-то побитый, зачуханный, похож на вора. Потом отец отвел незнакомца в комнату для гостей. Он поблагодарил меня за то, что я уговорил своих родителей оставить его на ночь. Или, надеюсь, он хотя бы об этом подумал. После чего мать уложила меня в постель. Я мало чего помню о Майкле, но я знаю, он не был плохим человеком. Или, по крайней мере, он не представлял угрозы. Я был мал и глуп, и думал, что все люди хорошие. Естественно, слово «взломщик» мне было незнакомо. Это уж точно. Я точно не знаю, кем он был, потому что я с ним больше не разговаривал. Что ж, внезапно меня пробудил шторм. И тогда... Я впервые увидел их. Очень важный момент. Впервые увидел их. Итак, смотрим, что нам тут пишут. Мои умозаключения. Что мы тут поняли? Какой-то мужик пришел к ним в дом, к семье. Пришел какой-то мужичок. И начинает, короче, что-то говорить, что он не знает. Ничего не помнит, не знает, как он сюда попал. Но он был какой-то побитый, измученный. Но все же эта семья решила его приютить у себя в доме. Уговорил их, так понимаю, их ребенок. Икс продолжить. Escape. Скрыть подсказки. Пробел лечь или встать. Левая кнопка мыши взаимодействия с объектами. Подними глаза вверх и задержи левую кнопку мышки, чтобы уснуть. В принципе, все понятно. Нажимаем Икс. Смотрим, что дальше будет. Управление, в принципе, понятно нам, да? Так, кровать. Привет, Ник, эй, малыш Ники, это я, Майкл. И, эй, сиди молча, окей? Вокруг тебя ходят монстры, которые могут услышать тебя, если ты заговоришь. И не стоит их бояться, Ник, окей? Слушайте меня, и мы вместе победим этих монстров, хорошо? Окей, эти монстры могут выглядеть немного сюрреалистично, и не смотри на них слишком долго, иначе тебе станет плохо, и начнет происходить полнейшая жуть.
Хорошо. Когда они уйдут, включи настольную лампу рядом с кроватью. Настольную лампу. Так ты будешь чувствовать себя в безопасности. Хорошо. Но чем дольше ты смотришь на страшных монстров, тем хуже тебе будет становиться, ясно? Нельзя не смотреть окей, долго. Я сначала расскажу о Фредди. Фредди. О пришлом буром медведе. Он прячется за окном, и он вот любит заглядывать внутрь. Фредди. Открой занавески и держи их закрытыми, пока не услышишь, что так. Он ушел. Иначе он зайдет внутрь. Научился. Так, теперь о Бонни. Огромном злобном Бонни. Фиолетовом кролике. Следи за входной дверью, он обычно сидит за ней. Это довольно наглый монстр, он будет стучать здесь, чтобы ты не забыл о нем. Как только он откроет дверь, выключи свет как можно быстрее, Ники. У него Бонни. Слишком плохое зрение, не стучи увидит тебя, дверь. Он уйдет. А, главное, присядь, чтобы это сработало, хорошо? Окей, теперь я курица. Курица. Это звучит странно, но почаще наблюдай за шкафом. Шкаф? Если она выглянет, то обязательно это выключи шкаф? Свет. Ей не нравится, когда на нее смотрят, но и не свет. Видит, когда ее игнорируют. Выключай свет. И если она застукает тебя с включенным светом, дверь. То напугает и оглушит шкаф. Тебя. Я, да я будет понимаю, что рок. Прошло многому малыша Ники, но просто, пожалуйста, слушайте меня и запоминай то, о чем я говорю. Какие-то фотографии на... Так, последний, это Фокси. Фокси. Он будет выползать прямо из-под твоей кровати. Ого. Когда он заползет под нее, ты услышишь скрежет. Заползет под мою кровать, Фокси. Если увидишь его крюк на спинке своей кроватки, значит, крюк. Он скоро выползет из-под нее. Понял. Не смотри ему в глаза. Не, глаза нельзя. Просто притворяйся. Хорошо? Понял. Просто притворяйся спящим. Понял. Да, просто ляг и старайся не шевелиться. Подними голову и закрой глаза. А Фокси улавливает отблески от рачков, и он ему кажется ослепительным, ясно? Поэтому если ты притворишься спящим, он попросту не заметит тебя. Но кажется, не открывай глаза, пока он не уйдет, окей? Окей. Ладно, я напомню. Фредди сидит за окном, поэтому если ты увидишь, что он смотрит, закрой занавески и жди его ухода. Понял. А Бонни стучится в дверь, прежде Бонни. Чем войти внутрь. Вот здесь. Выключи свет и сядь, дождись его ухода. Понял, сесть. Чика попытается оглушить тебя и спугать, Чика. Поэтому если она выглянет из шкафа, шкаф. Выключи свет и игнорируй ее. Она бьется и уйдет. Понял. Ну а Фокси заползает под кровать и выползает из-под нее. С крюком. Поэтому, когда он рядом, притворись спящим, пока не услышишь, что он ушел. Понял. Так, хорошо, ты все понял? Да. Ладно, слушай, я здесь, чтобы спасти тебя, малыш, окей? Окей, окей. Они уйдут в 6 утра, и я в 6 утра. Уверен. Я верю в тебя, ясно? Я тоже верю. Мы еще увидимся. Я думаю, ну ты справишься, Ник. Ник, меня зовут Ник, это нам говорил кто? Майки. Майки, у нас только Ромы приютили, это он был? Так, ну что, ждем, смотрим. Крюка никакого не вижу. Я в кроватке сижу. Никто, никого нету. А, свет нам нужен всегда или не всегда? Непонятно. Пускай пока горит, чтобы я не сильно боялся. Никого не вижу. Крюка никакого нету нигде на кроватке. Никто ко мне не стучится. В окно мне никто не заглядывает. Вот и славненько. Сидим себе спокойно в кроваточке. Малыш сидит в кроватке и никого не трогает. Я сижу в кроватке и никого не трогаю. Всякие пожарные могу закрыть шторки. Кто-то, кажется, постучал. А-а-а! Кто это был? А-а-а! Фредди! Что за звук? Он ушел, кажется, ушел. Так, далее что? У меня свет горит. Фредика нет. Фредика нет. Фредика нет. Фредика нет. Тихонечко сижу. Никому ничего не говорю. Ой, это дверь или шкаф? Давайте лучше выключим свет. Там кто-то есть? Или здесь кто-то есть? Крюка не вижу я. Тун. Кто стучится в дверь моя? Кто стучит? Где, где, где? Ой! Ой! Страшно! Страшно, вырубай! Тунц, тунц. Так, Фредди нападает, если видит тебя через окно. Закрой шторы, чтобы он тебя не заметил. Жесть, так я же закрыл! Так, Икс вернуться. Привет, привет, пропустить. Вы видели это? Я же спрятался. Я все везде. Фредди, Фредди, Фредди. Фредди, зайчик мой. Свет включим, давай, пожалуй. Может, это было свет не выключать, слушай. Не знаю, вроде я как-то. Кто-то стучался и ушел, может быть. Может быть, может быть, может быть. Может быть. Так, не боюсь, я вас не боюсь. Я тут стою на краешке этой кровати и вижу, откуда вы будете выползать. Только я не знаю, не понял еще как...
Бумц. Пожалуй, отключу свет пока. Раз уж такое дело. Раз вы тут решили мне побумкать, я отключу. Бум. В дверь. О! Я нашел кого-то. Закрою. Так, подержу. А! Фредди там! Я держу. Фреддик, уходи, пожалуйста. Не нервируй меня. О, ушел. Тут никого и здесь никого. Крюка не вижу. Хорошо. В первый раз с Фреддиком мы справились. Давайте перелезем на ту часть кровати. Можем свет включить, чтобы вам не было так страшно. О, так получше. Какой-то вот тоже что-то подсвечивается. О, вот он, Фредди, плакат даже имеет. Тут у себя. И тут. Празднуем. Так. Ну, пока что как бы ничего не предвещает беды. Да? Да. Ой, кто-то стучится. В эту дверь, кажется. Ой! Свет. А он там? Я в кроватку залез и выключил свет. Надеюсь, это его... Он ушел. О, да, он ушел. Я успел. Значит, включаем свет. Сколько времени? О, опять тут вылазит Фредди. Нам не надо спешить быстро включать, занавешивать шторы. Но свет лучше, наверное, потушить все-таки на всякий пожарный. О, вот он, Фредди. Все, я спрятался от тебя. Фредди, пожалуйста, уходи. Не надо нас пугать. Мы хорошие. Фух, раз. Все, кажется, он вздрыснул. Ой, это Чика к нам в гости пришел. Свет был потушен у меня. Вот он, Чика. Глядит на меня, глядит. Ну что ты хочешь? Ушел. Свет надо включить, чтобы мы не боялись, правильно? Включаем свет. Включаем, смотрим. Чика-дрика, чика-маргаритка. Я вас не боюсь. Ой, бум. Какие двери стучат с этих всех, не знаю. Крюк есть? Крюка нету. Ой, что-то под моей, кажется, кроватью шуршит. Что-то под нашей кроватью. Крюка не вижу нигде. Но явно что-то кто-то шкрябался. Кто-то там шкрябался под моей кроватью. Никого не вижу. Никого не слышу. Час ночи всего лишь. Крюка нигде... Так, кто-то пришел. Так, нельзя отключать свет. Давайте так отключим. Откуда? О! Приветики, моя курочка маленькая. Ушла. Ну и славно. Крюка. На кровати нигде не наблюдаю никакого. Так, тут никого. Включим свет. Пока что 2 часа ночи, ребята. 2 часа ночи. Продержались, да? Да. Все у нас хорошо. Кто-то стучится. А какие двери? О! Фредди. Ушел. Проказник Фредди смотался. Так, кто-то пришел к нам. Надо включать свет, наверное. Прятаться. Чика, что ли, снова пришла? А, крюк! Кажется, он появился у нас тут где-то, крюк. Я его не вижу пока что. И двери открылись. Вы слышали этот звук пока? Ой! Я закрыл глаза. Фу, он пропал, мамочки! Свет включаем. 2 часа ночи. 2 часа ночи. 2 часа ночи. 2 часа ночи. Спокойствие. Только спокойствие, балака. Так, что случится? Бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум. Это кто, Фоксик? Наверное, Фокси. Я спрятался от него подальше. Ушел. Фокси, проваливай. Свет давайте включим, пожалуй. Так, крюка не слышно. Чики не слышно. Сколько? 2 часа пока что всего лишь. Кто-то открыл дверь. О, Чика пришел. Прячемся от него подальше. Боже, как он смотрит на меня. Че тебе надо, старче? Кышит меня. Смотрит. Так, что-то шумит. О, к нам пришли новые гости. Можем свет включить, наверное, сейчас. О, Фредик. Что тут за звук был? Такой какой-то крик странный. Ушел. Тут никого. Крюка нету никакого. О, что-то снова под кроватью у меня шуршит. Кто-то сидит у меня под кроватью. Включим свет, пожалуй. Я никого не вижу. Ни крюка, ничего на кровати нету такого. Так, кто-то открыл дверь. Опять Чика пришел. Чика. Ой, кажется, мой
персонаж, которым я играю, начинает бояться очень сильно. Гляньте, он трясется. Так, включим свет, чтобы ему не было так страшно. Кто-то снова стучится в дверь. Кто стучится в дверь моя? Крюка, ни кроватки нигде я не наблюдаю. Никакого. Как-то тот раз персонаж появился. Он все сильнее и сильнее трясется у меня, бедолага. Бедолага, 3 часа ночи все. О, кажется, это был звук крюка. О, вот он крюк. Так, отключаем. Ложимся. И закрываем глаза. Фредди на меня опять напал. 3 часа ночи. До 3 часов ночи дополз. Такс, у нас 3 часа. А вот у нас тут этот Чика и Кога где-то тут у нас скребется под кроватью. Хорошо, включаем свет. Ну что, все вроде хорошо, все вроде как безопасно. 3 часа ночи у нас. Нам еще всего лишь 3 часа осталось переждать. 1, 2, 3. Куда, какой двери, а к нам сейчас в гости придут, непонятно. Ждем-с. Ждем-с усердно, усердно ждем-с. 3 часа ночи, видите? Так, смотрим. Коготка нету, нету. Хорошо. Значит, ждем. О, вот и гости пришли. Гости, здравствуйте. Фредди, это ты что ли? Что у тебя с головой? О, это его была рука! Или это его была шляпа? Что-то. Ушел. Прячемся. Быстро. Откуда вылезли? Там дверь, где-то была дверь открыта, по-моему. Или это Чика тут открыл? По-моему, Чика. Я спрятался. Кыш отсюда, уходи, уходи, уходи. Коготка нет, включаем свет. Так, все в порядке. Опа, это что? О, коготь, коготь, нет. Прячусь в кроватку. Коготь, коготь, свет. Черт, 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 черт. Свет, свет, свет. О, не могу, не могу, не могу, не могу на него смотреть. Это Фокси был. Ушел. Выключили свет, выключили свет. А никого нету? Я очень сильно боюсь. Очень сильно боюсь. Свет, свет. 4 часа ночи. 4 часа ночи. Дошли, дошли. Как он уже трусится. О, Фредди. Фредди, 4 часа ночи. Коготь ушел. Коготь ушел. Так, где-то там открылась дверь, шторы. Прячемся. Откуда вы? Откуда? О, вот он, Чика, Чика. Вон там был. Ушел. Быстро. Свет, 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 свет. Страшно, 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 страшно. Бабочки. Так, кто-то стучится опять ко мне. Боже, как он трусится, бедолага. Сколько времени? 4 часа всего лишь. 4 часа. Это мало так. Хотя бы до 5 бы дойти. До 6, конечно же, бы лучше дотянуть. Так, когтя нету. Он все сильнее и сильнее боится. Ну, там как-то себя развеселить. Попробуем нажать на носик. Вот так хотя бы. 4 часа, да? Или 5? Нет, 4. Никого не вижу. Ой, как-то у него глаза зам... Это, по-моему, Фредди. Надо его сейчас как-то... Дверь откуда-то открыл. Закрыл. 1, 2, 3, 4, 5. Ушел. Прячусь. Он кто-то открыл дверь, кажись. Я спрятался. Где? С какой стороны двери были открыты? Я не знаю. Как тебя нету? Нету как тебя. Закрывайте двери быстрее. Еще и коготь скрежет. Коготь под кроватью. Под кроватью кто-то у меня сидит. Так, включать свет. Что-то 5 часов. Там что-то красное. Там что-то красное. Там что-то красное. Я не знаю. Дверь открыта? Нет, нет, по-моему, не открыта. Тут никого. Коготь, коготь. Нету когтя. Кто-то стучится в дверь. За окном Фредик. Открыли, открыли, открыли. Включаем, прячемся. Фредди сейчас же вылезет, по идее. Фредди сейчас вылезет, по идее. Двери закрылись. Закрыли. Фредди, прячуй. Фредди, уйди, пожалуйста. Уйди быстрее, уйди, уйди, уйди. Я тебя умоляю. Звук нужен мне, звук. Звук. Есть, ушел. Кто там? Кто-то двери открыл? Да! Чика пришел, Чика там. Вон там. Его еле-еле видно, у меня глаза расплываются. Все в глазах расплывается. Ушел. Включаем свет, бегом, бегом. 5 часов утра, 5 часов утра. Боже, все такое темное и ужасное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-нибудь хотя бы меня развесели, хоть что-нибудь. Что-нибудь меня развесели. Так, чуть-чуть. Так, тут нету никого. Коготь? Нету когтя. О, коготь появился, мамочки. Он сейчас ко мне сюда приползет. Еще и двери стучат. Так, свет отключаем, включаем. Что делать? Коготь, коготь. Мистер Коготь пришел. А, вот он. Закрываем глаза. Фокси, Фокси. Я закрыл глаза. Должен звук этот прекратиться. Он ушел? По-моему, ушел. А, Фредди, он прилез ко мне.
Он прямо надо мной. Черт, я не закрыл шторы. Что произошло? Я закрыл глаза. Нет, пожалуйста, не грызи меня. Не грызи меня. Кажется, я прошел. 5 ночей у Фредди, 2 года. Разработчик отметил, что события с скриншотами персонажей с новым улучшением, лучшим интеллектом. Учимся создавать собственные игры. Новости развлечения. Разработчик отметил, что события с скриншотами персонажей с новым улучшенным интеллектом. Чего? Разработчик отметил, что... Отметил это событие скриншотами персонажей с новым улучшенным интеллектом. Наконец-то прочитал. 8 августа 2000 какого-то там года. Вот такая вот газета. Вот такая вот газета какая-то пришла. Улучшенный интеллект. Улучшенный интеллект. Фу, я от страха аж не мог фразу нормально прочитать. Ну что, мы прошли первый день. Прошли. Вы видели, что было, в принципе, довольно-таки интересно. Особенно учитывая то, что мы немного как будто бы внедряемся в некую такую историю. Когда мы играем за маленького мальчика. И когда мы, короче, пригласили в гости к себе некого... Некого загадочного гостя. Увидим, как это будет дальше развиваться. Ну а на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Мы играли в наслаждение творением. The Joy of Creation Story Mode. Режим истории. От компании, которая озвучила Fan and Sea Families. Всем пока-пока.